куриное филе, яйца, пачка чипсов паприка, соевый соус, перец черный и мука. У меня кукурузная, можно взять пшеничную. Нарезаем филе толщиной где-то 1.5 сантиметра. Кубиками, прямоугольничками, как вам удобно. Отправляем нарезанное филе в миску, замаринуем его, поперчим. И зальем соевым соусом. Хорошенько перемешаем и дадим постоять ему 20 минут в теплом месте. Разбиваем 2 яйца. Венчиком забьем. Можно это сделать вилкой. До однородного состояния. Теперь нам нужно измельчить чипсы в крошку. Проколю пакет. И скалкой их высыпаем в тарелочку отдельно наши чипсы. Филе замариновалось, прошло 20 минут. Теперь филе обмакиваем муку со всех сторон, яйцо, и в чипсы. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Отправляем противень с нашими наггетсами в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут. Наши наггетсы готовы. Выкладываем на тарелочку и зовем наших детишек. Подавать их можно с кетчупом или с любым соусом, который любят ваши дети.